то областные больницы, диспансеры, областные интернаты, школы и так далее. Довести до всех руководителей, в том числе до руководителя управления образования облгосадминистрации, облздрава и так далее, данное распоряжение взять Валентина Васильевича на полный жесткий контроль. Глава администрации в рамках своих территорий жестко и конкретно контролировать пуск каждого учреждения, независимо от формы собственности. Ведь все-таки персональная ответственность за контроль за пуском тепла. Вопрос. Как в армии?